Как помочь своему питомцу в жару? Есть один проверенный способ – это записать питомца к грумеру, чтобы специализированный человек снял подшерсток и как следует подстриг питомца. Вот, Жора этим занимается каждый год, ездит на стрижки, он уже немного недоволен, вырывается, но все-таки придет и тебя, друг, подстричь. Ну что, Жора, ты готов? Нельзя сказать, что он доволен, но сидит смирно. Грумер Аня стрижет питомцев уже около 3 лет. Говорит, что это один из самых усидчивых котов. Перед процедурой красоты не царапается и громко не ругается. Ну вот когда животное вот линяет, вот прям сильно линяет, это первый знак того, что его нужно подстричь? Ну, можно сказать и так, да. Угу. То есть я оставляю хотя бы 0,5 сантиметра шерсти, то есть в ноль нежелательно. Не налысо, потому что шерсть защищает кожу животного от солнца. Это надо учитывать. Постричь кота – дело сложное. Если собаку можно оставить Ане и уйти заниматься своими делами, с котами так не получится. Здесь необходимо присутствие хозяина, чтобы кот чувствовал себя под защитой. Мы начинаем от шейки и постепенно двигаемся к хвостику. То есть эта машинка достаточно бесшумная. Конкретно я работаю в основном с котиками. Если я включу другую машинку, то там вы уже поймете разницу звука, шума. То есть у меня несколько машинок, около 4 или 5, я подбираю их в зависимости от типа шерсти. Сегодня стрижка у Жоры под львенка займет около часа. Жоре постригут спинку, лапки и живот. На хвосте помпоны, а мордочку совсем трогать не будут, чтобы создать эффект гривы. Когда стрижка подходит к концу, Жора уже почти лев. Все получилось даже быстрее, чем планировали, потому что Жора настоящий мужчина. Эмоции сдержал. Но таких клиентов мало, призналась Аня. Самое агрессивное – это был, наверное, 7-месячный йорк. Это был мини-йорк, мы стригли всей семьей, то есть пришел муж с женой хозяева, собачка стриглась в первый раз, и они меня заранее предупредили, что он крайне агрессивный. В итоге хозяева позвонили своим кумовьям, братьям, сестрам, и в итоге мы стригли впятером. То есть было даже такое. Запись у грумера плотная, как у настоящего стилиста-парикмахера. Котов и собак записывают за месяц, особенно пушистых. И эта процедура не только про внешний вид питомца. Стрижки у профессионального грумера помогают животным переносить жару и избавляют от дискомфорта.